Я Шустикова Ольга Николаевна. Хочу рассказать вам по поводу дороги М4 Дон. Платная трасса. С 1 августа 2016 года начало взимание платы. 150 рублей в один конец. Объездные дороги, предложенные нам, находятся нереально далеко. Если официальная альтернативная дорога, которую нам предложили, Москва-Богородицк, находится от нас за 167 километров. Чтобы попасть нам из Конченки в Барабново, которые находятся друг от дружки на расстоянии 4 километра, мы по объездной дороге должны проехать около 70 километров или больше. Приезжали с Москвы в деревню Сетку из автодора люди. Первый раз приехали года полтора назад, спросили собирать подписи, кто проживает, кто прописан в деревне Сетка. И кто прописан, для тех будут выдаваться льготные там, транспортеры, что-то такое. Тишина. В этом году вот сейчас опять они приехали. Опять просят, собирайте опять подписи. Они опять будут думать, что делать с нами. Это тянется, водят за нос людей, которые и так копейки получают. Боремся с 2013 года. Пишем, сколько писали, в какие органы письма не писали. Присылаем ответы, как под копирку. Думаем, решаем. Все. И никаких продвижек нету. Никто не хочет вдаваться в нашу проблему. Даже то, что присылают, что альтернативная дорога находится в Москве, это сам узловая Богородицк, даже люди не вникают. Мы-то причем деревня Конченко, какое отношение имеет к той альтернативной дороге? Она от нас за 167 километров находится. А нам пишут отписки, что альтернативная дорога для вас. Или объездная дорога идет через Оленьково, там Иваньково. Это круг какой? 100 километров. Это проще заплатить 150 рублей, проехать через терминал, чем ты больше бензина затратишь, поедешь по этой дороге, по объездной. Никто не хочет понять нашу проблему. Никому это не надо.